Добрый день! Сегодня я вас проведу по семейным номерам Green отеля. Это двухкомнатные номера на четвертом этаже. Начну с них. Вот, например, номер 36. Номер состоит из прихожей. Вот так заходишь, вешалочка, санузел, туалет, раковина, зеркало, душевая кабинка, полотенцесушители, ну, стандартный такой санузел. В прихожей у нас холодильник, микроволновка, столик со стульчиками, где можно покушать, шкафчик с посудой, в шкафчике там чайник, посуда, вилки, ложки, чашки. Вот такой диванчик раскладной для детей, например. Можно разложить, и будет он размером 1,5 на 2 метра. Проходим дальше в комнату. Здесь у нас раскладное такое же кресло 90 сантиметров шириной. Большой телевизор на стене. Но здесь пока временно стоит вот этот телевизор. Должен скоро приехать мастер, отремонтирует нам большой, тогда мы этот вернем на место в соседний номер. Это, значит, мебель с балкона, стульчики и столик. Здесь есть кондиционер. Большая двуспальная кровать, 1,60 м на 2. Две тумбочки, шкаф большой. В шкафу там дополнительные одеяла обычно лежат, вешалки. Так, здесь у нас достаточно много полок, вместительный шкаф, потому как номер этот семейный. Здесь какой плюс? Ну, во-первых, вид на море. Это, конечно, самый жирный плюс этого номера. И большой балкон. Большой балкон с видом на море. Здесь видно, что происходит внизу. И все, скажем так, весь райончик перед нами. Соседи уже там что-то строят, поэтому гудит. Закроем, чтобы не мешал. Так, ну и теперь плавно перемещаемся в другой номер, соседний. Это будет приблизительно такой же номер. Симметрично он расположен. 35-й. Также заходим в прихожую. Есть микроволновка, холодильник, столик, такой же шкафчик, такой же диван двуспальный раскладной, такой же санузел симметрично расположенный. Все то же самое, кабинка. Номер светлый, с видом на море. Здесь также большой телевизор на стене. Но в этом номере нет кресла в спальне еще дополнительного. Зато есть
плетеная мебель в виде таких двух стульев и столика журнального. Ну, это стулья и столы, стол с балкона. Когда наладится погода, мы это вынесем все. Также кондиционер, такая же кровать и такой же большой шкаф с зеркалом. Вид такой же, балкон совершенно симметричный. Вот, дальше. Пойдем по кругу, по этому этажу. Сейчас я вам покажу. Здесь у нас пожарная лестница с коридора. Видно площадку для загара. Там внизу бассейн. Сейчас я вам покажу номер 34. Это номер. Также семейный, но по-другому здесь расположение. Здесь уже получается спальня идет в одну сторону, а прихожая в другую. Сейчас мы зайдем в прихожую сначала. Посмотрим, какой здесь балкон. Балкон тут поменьше, но зато с него можно будет видеть, как ваши дети барахтаются. Нет, ну если дети не маленькие, конечно. Маленьких детей ни в коем случае нельзя отпускать от себя. Там у нас бассейн внизу и площадка. Ну здесь пока решетки закрыты, потом это все откроем. При желании вы можете их закрыть, можете открыть ключ на связке ключей. Там площадка для загара внизу. Ну такой небольшой балкончик, где можно покурить спокойно. Здесь у нас тоже холодильник, такой журнальный столик, столик обеденный, микроволновка, такой же шкафчик с посудой и чайником. Кондиционер вот в этой комнате. То есть, если там кондиционер расположен в спальне, то здесь кондиционер в прихожей. Получается такой коридорчик между комнатами. Здесь санузел. Душевая кабинка. Такой же умывальник с зеркалом. И здесь же унитаз. Как бы за стеночкой получается. Здесь по-другому расположение. Так. Выходим из санузла. И попадаем из коридорчика в спальню. В спальне вот такая же большая кровать двухспальная. 1,60 м на 2. Две тумбочки. Окошко такое. Здесь стоит телевизор обычно, но он сейчас, вот как раз вы видели, находится в другой комнате. Мы его, естественно, переставим на место. Здесь тоже шкаф. В шкафу дополнительные подушки, одеяло и вешалки. И сейчас переместимся в номер 33. Он, получается, расположен симметрично вот этому 34-му, который только что смотрели. Так, здесь, получается, спальня такая же. Двуспальная кровать, тумбочки, окошко, телевизор, шкаф. Шкафу одеяло, подушки.
Здесь получается коридорчик. Санузел такой же, точно такая же кабинка, такое же зеркало, умывальник, унитаз, полотенцесушитель. Все так же, симметрично совершенно расположено. И здесь получается прихожая. Но здесь уже стоит не только диван, еще и кресло. То есть реально тут можно троих детей уместить. Разложить кресло, диван, и получится три спальных места. Здесь тоже небольшой балкон. С балкона вид, конечно, не на море. Хотя море видно, если вот так посмотреть. Чуть-чуть совсем вон за крышей. Если немножко наклониться, то видно. В той стороне море. Здесь у нас парковка. Вот тут под балконом получается. Парковка и вид на соседские дворы гостиницы. Балкон вот такой. Чуть-чуть меньше, чем в номерах с видом на море. Ну, тоже нормальный. Микроволновка, холодильник, обеденный столик. Ну, это с балкона мебель. Шкафчик такой же с посудой и чайником. Вешалочка для верхней одежды, шляп. Вот такая прихожая. Вот. На этом пока все. Это 4 номера вот на 4 этаже. В следующем видео я вам покажу номера на 3 этаже, тоже семейные. Сейчас я вам покажу 3 семейных номера на 3 этаже. Начнем с 28-го. Вот он. 28-й. Это семейный номер с мини-кухонкой, но без балкона. Этот номер отапливаемый. Вообще в этом крыле номера отапливаемые. Это сразу чувствуется. Заходя, чувствуется тепло. Ну, здесь на входе вешалочка, обувничка. В прихожей стоит диван двухспальный, раскладной. Размеры стандартные все, 1,5 на 2 в разложенном состоянии. Здесь же на входе дверь в санузел. Такая же кабина. Кабина, унитаз и раковина, зеркало. В прихожей стоит холодильник. Столик, стульчики сложены один на другой. Это, ну, такой уголочек кухонный. Там чайник, микроволновка, небольшая мойка со столешницей. Посудка там, ну и все такое. Ну, мусорка под шкафом, в шкафу вернее. Диван можно разложить, положить туда детей, например. Двуспальная кровать. Такая же, 1,60 на 2. Две тумбочки. Ну, стандартный такой набор. Здесь есть туалетный столик. Тумба с телевизором. Шкафчик поменьше, чем в тех номерах. Ну, в принципе, для отдыха достаточно. Небольшой шкаф. Такой узенький. Здесь вешалки, одеяло, дополнительные подушки. Дверь в прихожую можно закрыть. И здесь вот такая, типа, были когда-то балконы, но их переделали в такие закрытые лоджии. Это увеличило размер комнаты. Ну и номера теплее стали.
Здесь можно жить и зимой. Батарея вот теплая. Вид здесь такой вот. Окошко. Прямо напротив бар получается. И двор. И вход. Ну вот так мы видим номера, которые мы только что смотрели вот там. Стройка идет полным ходом у соседей везде. Так, ну все, вроде с этим понятно. Перемещаемся в соседний 29 номер. Он по размеру такой же, также прихожая и спальня, но из спальни там уже есть балкон. Вот там номер 29. Также на входе обувница, вешалки с зеркалом. У входа сразу санузел, душевая кабина, все стандарт такой же, все такой же. Здесь в прихожей стоит такой же диван двуспальный. Холодильник, столик со стульчиками, кухонный уголок с чайником, посудой, микроволновкой и есть мойка небольшая. Вид также с этого номера на бар. Ну и дополнительно еще есть балкон, с которого вид на море. И зимой море еще немножко видно. Летом там деревьями все зарастает, уже так море сильно не видно. Здесь туалетный столик. Кровать большая такая же, 160 на 2. Тумбочки. Шкаф. Здесь шкаф чуть побольше, чем в соседнем номере. Вот такая. Еще шкаф такой дополнительно под телевизором. Окошко, мебель с балкона. Здесь тоже тепло, это отапливаемый номер, можно жить и зимой. Балкон вот такой, с виноградом, довольно большой, море пока что видно. Так, и теперь перемещаемся в номер тоже семейный, но поменьше. Это будет номер, в котором максимально можно разместиться трем человекам. Номер 30. Прихожка. Но здесь прихожая маленькая. В ней стоит раскладное кресло. Ну, вот максимум одного человека можно здесь разместить в этой комнате. Холодильник. Здесь же на входе вот такая душевая, просторная, со стеклоблоками. Тут уже, ну, не кабинка, а вот такая просторная душевая, огорожена стеклоблоком. И перемещаемся в спальню. Спальня здесь тоже поменьше. Туалетный столик. Телевизор с тумбой. Столик с чайником. Кружки. Так, это столик с балкона. Кровать здесь поменьше. 140 на 2. Угловая такая. 140 на 2, шкафчик такой поменьше. Ну, рассчитан на семейную пару. Можно с ребенком. Или на трех людей просто.
которые согласны жить в одной сквозняк, в одной комнате. Здесь тоже большой балкон с виноградом. Море пока видно. Кондиционер в спальне. Вот это номер 30. Ну и на этом сегодняшний обзор закончим. Обещаю в следующий раз снять еще каких-нибудь номеров. Всего доброго!